Индийская компания по прокату автомобилей в Индии «Драйверзи» планирует провести ICO. В компании насчитывается более 1300 автомобилей в 4 городах Индии. На сегодняшний день компания планирует привлечь в ходе ICO 17 625 эфиров, около 5 миллионов долларов. Генеральный директор и соучредитель компании «Драйверзи» Ашварья Пратап Сингх говорит: «Учитывая растущую стоимость важных активов и ресурсов, таких как жилье и транспорт, я считаю, что будущее заключается в криптовалютах. С ростом популярности биткоина в Индии мы считаем, что сейчас самое подходящее время, чтобы открыть себя альтернативным способом экономического обмена. Этот ICO является частью нашего видения использования возможностей блокчейна для создания открытой, безопасной и прозрачной технологии для глобализации индийского рынка обмена автомобилями».